Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Ксения Озёмко. В предстоящие сутки синоптическая ситуация в Заурале будет определяться североатлантическим циклоном, наполненным полями облачности, небольших снегопадов и более теплым воздухом. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске небольшой снег. Температура днем около 0. В Кургане ночью облачно, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха -3, -5. Днем в Кургане облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха 0-2. Атмосферное давление будет слабо падать. 14 ноября солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!